Всем привет, ребят! Конкурс идет, ссылочки в описании. Можете подписаться на телегу, там вы увидите видосики, которые участвуют, чтобы вам было легче. Кто не каждый день на ютубе, ну сегодня у нас будет обзор на интересного героя. Это будет вот такой вот хранитель. Нестандартная сборка, ремка и девятая жива. Он ресается два раза. Для чего я его качал? Скорее всего для PvP локаций, потому что во многих PvP локациях его очень быстро сливают, а так он получается будет, как и многие герои, резаться два раза. Можно поставить ему в принципе огненку восьмую рунами, но тогда он включаться не будет, а так хоть он включится хоть один раз или два 100%, и может будет хоть какая-то польза. Панчбокс, 20-й прорыв, как видите, жизни 900к как минимум. Девятая ремочка, ой, говорю, девятая, восьмая ремка, плюс доспех еще у нас есть, в снаряге он у меня собран. Вот так вот, жизнь, уклонение, я его не собирал на уклон максимальный, в общем, вот что-то такое. Так, окей, ну что, поехали, поехали, будем пробовать проходить. Так, у нас угольная, я тестировал состав. В принципе, завтра уже будем бить. Ничего себе. Прям как мега удача. Завтра уже будем пробовать бить архи. Опять сердцеедку дали. Ну, интересно. Вряд ли я в этот раз больше 176. Так, окей. Где хранителя использовать, в принципе, вы знаете, в основном это он используется для фарма PvE локаций. Неплохо заходит на угольное, если есть воодушка. Неплохо заходит в PvP локациях, если есть ремка на подземках, если есть ремка, чтобы сразу включался, либо купидоном заряжать. Жизнь имеет много, основное то, что он увеличивает скорость атаки, атаку и сам по себе отражает урон. Окей, поехали, начнем давайте с рейда. Герои будут убивать, смотритель просто тупо шатает, вы ничего не сделаете. Почему у меня на нем стоит доспех, многие спросят, для того, чтобы ломать забор, ну и плюс, конечно, добавилось жизни. Так, окей, смотрим, что у нас получится. Так, снимается его баф просто огником, то есть огник бьет и бафа нету. В принципе, вот так вот. В последнее время у нас все печально, скажем так, герои теряют свою актуальность из-за того, что после них выходят герои, которые их просто унижают своими умениями. Так, ну давайте посмотрим, кто кого. Ну, конечно же, Роза. Вообще без вариантов. Просто тупо ушатали. Вот так вот. Вот вам тест на рейде. Давайте пойдем в экспедицию. Там может что-то поинтереснее будет, увидим. Но я думаю, вряд ли. Ну, панчбокс, конечно, тут лютый. Сейчас он их просто разберет всех. Очень мне нравится панчбокс с ним, реально очень легко здание ломать, забор ломать. Ой, говорю, забор он, по-моему, не ломает. Я уже даже не помню. Сейчас проверим. Доспех-то точно ломает. А, да, панчбокс же ломает. Ну, автопроки он ломает. Чем офигенный питомец. Да, ломает. Так, смотрим здесь. Нас заблокировали, но у нас столько жизни, что нас просто убить не могут. Жесть. Посмотрите, что делается, ребят. У нас единственный вариант, что
Они сейчас ара сольют нас под молчанкой. Все, ара уже вот так вот. Вот вам имба, ребят. Ну там Фрэнки, конечно, включился еще. Но неплохо так. Можно использовать на атаке фортов. В принципе, должен он там неплохо заходить. Сейчас тут его Фрея просто нагнет. Зато посмотрим, сколько у него жизни. Ну ничего так, 1 800 000 жизни, да? Смотрите, это жесть. Это причем, ребят, это не весь, не все ХП, это восстановление 70%. То есть у него больше 2 миллионов ХП. Неплохо. Так, ну с экспедицией, думаю, понятно. Поехали на аренку. Вот на арене сейчас потестим, посмотрим, что он сможет. Я думаю, вряд ли он тут что-то один сможет, потому что это немножко не тот герой, который юзается в одиночном варианте. Ну, посмотрим. Вот, смотрите, энергию сняли. Вот если он сейчас появится и включится, ПБшка должен улететь. И в принципе ПБшка улетел. Посмотрите, как герои просели. Но тут есть Фрея. Она нам просто не даст нормально ударить. Так, смотрим, автопрокеры есть. Автопрокеры есть, как видите, вот то, о чем я вам говорил. Некрос, когда он есть, появляется, он снимает баф, когда бьет. И, соответственно, со всей кучей героев, которых ваш хранитель бафнет, не останется баф там. Так, панчбокс включился, рогатка. Ну, смотрим, кто кого. Давай, тащи. Ну, не затащил. Ужасно. Вот, смотрите. Герои просто унижают толпой. Фрея, кстати, тоже, она же, по-моему, тоже снимает бафы, поэтому и Огник снимает. Данный герой, скажем так, раньше когда-то был очень-очень крутой, сейчас, к сожалению, ну вот ПБшку этого, конечно, ушатал, спасал. Ну а дальше что? А дальше, к сожалению, ничего. Своего рода Атлант, ну, потерял актуальность. Атланты не могут снять щит, а тут, блин, снимается. Если бы с него не снимался вот этот щит отражалки, было бы очень даже неплохо. Так, окей, ну поехали на самое интересное, наверное, это... А давайте, кстати, на подземку сбегаем. Я не знаю, или у нас там ушатают. Или не ушатают. Пустая... Я даже кину ради интереса вот так вот сюда его. 800. 800 это 70%. Нифига себе. Посмотрите, как он неплохо так подтанчил. Это получается у героя где-то лям жизни. Как минимум. Это, в принципе, довольно-таки очень неплохо. Такс. Поехали еще на один тестик. Сюда. Так, отлично. Вот он включился, ударил. Нифига себе, что это было. Вот смотрите, сейчас просто тупо, просто жесть. Вот это, кстати, прикольненько было, мне понравилось. Хорош, хорош. Если бы у него тень еще впереди выходила автопроком сразу, было бы вообще круто, как у голубя этого. Вот давайте, кстати, попробуем. Против ары. Все, ара заблочила и до свидос. Она сейчас просто тупо
шатанут. Хотя нет. Не успел, Ара, не успел. Ну тут есть стрелок, и остальные тут без вариантов. Но все равно неплохо, неплохо. Это один герой против пяти. Так, кто там у нас Рину? Давайте, кстати, против Рину. Но Рину сам себя хилит, поэтому я думаю, тут... А, тут слабенький Рину. Просто один панчбокс можно выпускать зеленого героя с панчбоксом. И он будет их всех шатать. Так, ну окей, а еще разок попробуем против Ромки. Вот тут хороший состав сейчас будет. Жесть, ребят. Вот почему он офигенный. Посмотрите, что он сделал с пачкой героев. Они просто тупо убились на отражалке. Вообще без вариантов даже. Так, ну что, попробуем еще против этого. Ну, то есть вот сюда он заходит, такая сборка, мне нравится. Офигеть. Просто жесть. Получается баф на себя, плюс доспех, плюс панчбокс, он просто тупо убивает аурой всех. Плюс баф еще и тень бьет. Не знаю, мне нравится. Что-то нестандартное, скажем так. Отлично. В общем, такой вот герой, буду его еще тестить, показывать вам на разных локациях, возможно, на атаке фортов. Ну, в принципе, герой неплох. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.